Охренеть. Ничего себе. Помогите кто-нибудь, помогите. Ну, может, под голову, вот голова у него опрокидывается. Подержите голову кто-нибудь. Да, не поднимайте голову. Надо не трогать. Посмотрите, голову не поднимайте. Не, держите, держите, хорошо. Он вроде приходит в себя немножко. Не поднимайте голову. Ты как себя чувствуешь? Ты упал. Ему надо попить горяченького чего-нибудь. Подожди. Можно разу вставать? Вот это можно, все в крови. А черт, горячо, больно, помогите кто-нибудь, как больно, помогите кто-нибудь, так больно, что-то от этого только жжется сильнее, что же делать, как больно, помогите. Антенол. Что ли? Да только жжется это. Под холодную воду. Под воду? Прямо в рану лечим. Не, слушай, реально кровь-то настоящая. Девушка. Девушка. Что с вами? Девушка. Девушка. А что делать? На шатырь есть у кого-нибудь? Что-то мне страшно. Давайте просто ноги поднимем. Да, нас ноги поднять. Я лучше поднимите просто. Холодный штука. Может поднять? Нет, на портфель на какой-нибудь. Давайте поднимем. Надо холодное, наверное, что-то положить. Повязку надо наложить. Непонятно, от чего. Промыть. Девушка, девушка, не надо ее толкать, пожалуйста. Что с ней? Почему я не чувствую пульса? Я что, не так мерю? Да, вы не так меряете. А как надо? Пожалуйста. Меня учили, как я учили. Вот эту шапочку. Я с тобой на борт заделываю. Кирилл. Ну, считаем, что приехала скорая. Спасибо всем, кто выиграл. Да, первое, что говорю, кровь настоящая, все, кто мне измазался, посмотрите на этого человека, я вам честно скажу, я ничего не знаю о его половой жизни. Поэтому вот прямо сейчас у Леры есть нашатырь, если вы упадете в обморок, спирт и перки для того, чтобы вы отмыли эту кровь. Ну и в общем, вот прямо срочно, Лер, проследи, чтобы люди отмыли от себя все как можно более качественно, вероятность того, что они умрут от спида, снизилась. My name is Tanya Mraskin, this is my channel, and what's going on here? I think you guessed that it is a first aid training, and I was invited here like stuntman, and it was really interesting experience. Organizer decided to get practice before theory. Some accident happened and several people need to get first aid immediately. The audience have to give first aid. Они приходят же с тем, что, ну, они чего-то знают, они считают, что они все знают. Мы даем им поработать в практике, четко посмотреть, что не все они знают, где они ошибаются, что они делают правильно, что они действительно знают, что они знают, но не могут сделать, увидеть, какие у них проблемы, и дальше мы теорию уже строим, разбор теории. Не абстрактно, что ну вот, вроде как бы надо делать так, а конкретно ты должен был сделать так, а ты сделал не так. Из-за этого
то-то не получилось, а вот это ты молодец сделал. Именно когда мы разбираем конкретные действия конкретного человека в конкретной ситуации, теория, конечно, усваивается несравнимо лучше. Вы сейчас сказали про свои ощущения, они скажут про свои. Изнутри это то, чего лишены даже многие медики. Настрой порвал, привез отдал, или в реанимации сутки с ним провел, ушел, на следующий день перешел, ты его уже не увидишь. Ты не знаешь обратной связи. Голова постоянно болталась. Пытались ее перевязать, и туда-сюда она и так разбита, и тут еще такое. Не, все хорошо. Что случилось? Вообще, видел кто-нибудь как упал? Ну, не знаю. Что с ними? Вот, а так, ну, вообще, ну, было спокойно. Кто-то там говорил, что все хорошо, скоро едет. Жизнь. Первый способ оказания помощи, снятие боли или пробивание, там, возможно, обжигающих веществ, это вода, промыть холодной водой, и чем больше, тем лучше. Кто-то облил руку пантенолом, это хорошая вещь для последующего лечения, но не для первоначального оказания первой помощи. Это, кстати, очень хороший момент был, он очень показательный. Поднимите руку, кто лил пантенол. Скажите, вы... Я даже не прочитал. Вы даже не прочитали? Да, я даже не прочитала. Я потом только поняла, кто это сделал. Потому что мне вынули, да, а я просто автоматически прила. Да, да, это так. Ваня, насколько ты в этот раз задержал дыхание любителю умереть? Нет, ну просто у меня голова закружилась от ледокрови, и просто все потемнело, я упал, потом просыпаюсь. Перед глазами ей яркий свет, какие-то люди, я ничего не понимаю, они ничего не понимают. Мне неспокойно. Насколько ты задерживал дыхание? Насколько? Сейчас скажу, на глаз где-то минута и 30 секунд. Ну тогда бы не знаю, как ты на картине. Ну не стрелять мне. А вы будете трогать его? Вы сам вообще? Нет, это все он. Он сказал. Вы видели, что он не дышал? Нет. У кого-то есть сомнения. То есть из-за этого вы начали там на бок ворочать? Я потеряла сознание от того, что увидела кровь, у меня глаза потемнело, стало плохо. Вот, мне сразу подняли ноги, пытались придать устойчивое положение. Вот когда я лежала на спине, меня пытались держать, чтобы я не двигалась, хотя мне наоборот хотелось, я не знала, куда себя деть в этом состоянии. Люди как-то пытались быть рядом, помочь, потому что, во-первых, страшно, что ты останешься один в этой ситуации, и очень здорово, что люди находились рядом, пытаясь как-то разговаривать. Вот особенно, кстати, девушка, которая конфетку дала, она взяла за руку, и было очень приятное ощущение теплой руки. Ну, я не знаю, кто. А я тут пришел секвой. У меня не было никаких травм, просто мне хотелось поистереть. Я, когда увидела эту картину, один лежит в крови, второй лежит на стульях, третий лежит здесь. Начинала подбегать к каждому из страдальцев, искать пульс. Уверяю всех, что это делается именно вот так вот. Некоторые велись, некоторые не велись. А также я советовала напоить чаем сладким обязательно, потому что я так читала учебник ОБЖ. Никто, к счастью, не повелся на это. Когда я бегала, тормошила, меня старались отгонять из страдальцев, но делали это очень грубо. А есть чем-нибудь, чем чувство-то принести? На шатырь где-то у кого-то был. А где есть нужно на шатырь? Кто-нибудь видел на шатырь? Да где вообще скорая? Уже сколько времени прошло? По поводу отгонять сразу скажу. Если каждый из страдальцев сказал, что ему было неприятно, когда Ира его пинала, значит отгоняли, может и грубо, но точно неэффективно. Знания по первой помощи, они очень простые. Их не знать трудно. А вот сделать, это уже значительно сложнее. Если человек все знает, но ничего не делает, и если он просто впадает в ступор и отдает себя в этот отчет, это более простая задача. Приходит к нам человек и говорит, я боюсь крови. Через месяц он не боится крови, мы научили. А вот когда человек говорит, да я все знаю, все умею, а сам по углам прячется, перед тем, как начать его учить, его надо из этого, в этом углу заметить и из этого угла достать. Для этого нам как раз практика в самом начале нужна, чтобы увидеть, как люди реагируют. And other people try to help and do something. К сожалению, очень много моментов, где общепринятое мнение категорически неверное. Причем они есть как всемирные,
как там растирать, согревать обмороженные конечности, так и наши национальные, наше советское наследие, я не знаю, откуда взявшееся, но, например, артериальное венозное кровотечение – это чисто российское. Ни один англоязычный человек про это, наверное, даже и не слышал, с чем я его и поздравляю. And after practical part, they go to theory, they explain and they analyze their actions, what was good, what was wrong action, one by one explain. That way they will get universal instruction, what should you do in any extremely situation. Вообще наша цель сделать так, чтобы люди не боялись оказывать первую помощь, чтобы люди помогали вокруг, близким, не близким. Для меня, вот лично для меня, моя личная цель, я делаю свою жизнь безопаснее. Когда вокруг будут люди, которые умеют оказать помощь, я, мои родственники, мои близкие имеют больше шансов, если что-то случится, чтобы им помогли. Thank you for watching, guys. If you click on like, I will understand that you enjoy my video. Subscribe and see you in next time.